Me istori. No. Чурку подложите. Давай сейчас, когда поднимем, тогда щелкнем. Так я снимаю видео. И вообще сюда. Да? Ну, чтобы видно было. Все видно будет. Поднято там не видно. Так вот, что-то тянут резину. Да. Да что-то рано начал снимать. Где ты просто? Ты что, видео снимаешь? А? Видео. Да какой Nikon? 500? Ага. 810? 500. 500. А? Ну, точно такой. Кто-то фотографирует на меня. А я тоже так столько много там наворочено. Пока его изучишь, это я так вот. На автомат поставил и чикаешь, да? Ну. Нет, сейчас сцена у меня выбрана. Сейчас видео снимаю. Ну что-то долго, я говорю, момента нет такого, когда поднимать-то начнут. Вообще рано. Так. А у меня 510-36 зум. Тут можно снимать потом, стирать сколько угодно. Так я вот, блядь, вот так вот был в Турции, фотографировал, а потом вечером думаю убрать лишнее, блядь. И вместо того, чтобы удалить текущий кадр, блядь, все. Нажал удалить все. И, блядь, такие снимки были, блядь, на море. Все. Ну, говорят, возвращают. Есть специалисты, есть программа.
ближе к корме надо было брать. Там двигатель за пределами это остался.